Откуда не ждали, отменен прокат американских фильмов. Киностудии Disney, Warner Brothers и Sony отозвали свои премьеры. Я очень сама люблю мультики и фильмы. Как бы смотреть такой фонд кино российского, я даже не знаю. Думаю, зря это. Зря затеяли эту идею, отменили все, что как бы должны были показать. Деньги за билеты, купленные онлайн на нашем сайте или в приложении, будут возвращены автоматически. А следующее может изменить сложившийся уклад. Речь идет о маркетплейсах после отмены Свифта. Светлана Середа, многолетний клиент Алиэкспресса, уверена, торговля не исчезнет. Но нужно будет дольше ждать прохождения платежа или появится некий посредник. Мы уже привыкли к тому, что у нас все вот так, да, то есть свой какой-то порядок. И такое ощущение, что это будет какой-то откат. На 30 лет назад. Эксперты тоже прогнозируют появление системы прямых платежей. Может быть, это даже когда система отладится, это будет выгоднее, чем через доллар, потому что везде на каждую транзакцию идет комиссия. То есть сначала рубли конвертировали в доллар, потом доллар конвертировали в юани, там шел платеж за всю за эту операцию, американские банки брали маленькую комиссию. То есть это увеличивало стоимость транзакций. Вот, возможно, сейчас это будет даже дешевле. Но заработает эта система, если Россия подключится к системе платежей переводов Китая и наоборот. Молиться на Поднебесную остается и в плане промышленности. Эта страна может поставлять технику, комплектующие, изделия из металла, но и тут Китай не всесилен. Есть достаточно уникальные вещи, которые Китай поставить не может. Мы, например, для 3D-принтеров берем исключительно определенную линейку приводов, которых нет в Китае. К чему это приведет? Промышленники предполагают либо рост цен, либо уход поставщиков. Но и здесь эксперты советуют не грустить и, например, открыть предприятие в Китае или Казахстане и обслуживаться через него. Эту бы схему внедрить в фармацевтику. Люди уже переживают за импортные лекарства и аппараты. Вот сегодня у Андрюши ночью был низкий сахар, упал сахар. И помпа, мы-то спим, помпа сама, замеряя сахар, она отключила ему подачу инсулина. Понимаете? А вот, допустим, российская помпа, она как гнала, так и будет гнать, потому что еще не доработано, потому что еще, ну, мы немножечко отстаем в этом, и говорить о полноценном импортозамещении, наверное, не приходится. Некоторые регионы создают двухмесячный запас лекарств. Однако, по сообщению Минздрава страны, беспокоиться не о чем. Лекарства в аптеках есть, поставщики не должны уйти. Россия готова продолжать конструктивное взаимодействие с теми иностранными компаниями, которые не планируют ограничивать свою работу. Для них, в частности, продолжает действовать правило. Больше уровень локализации производства внутри страны, больше преференций. Пока все препараты вроде бы есть, но ярко выраженные дефектуры я не наблюдаю. Но мы еще как бы маленечко затарились. Ситуация не критичная, но и не хотелось бы ее ухудшения. Ведь даже если препараты и аппараты отечественные, то ингредиенты и комплектующие часто зарубежные. Анастасия Дороган, «День с толком».